Петро, справило тебе. Не стыдно офицеру с такой справой течь. Служи, как отец твой служил. Войско казацкое тихой Дон не страми. Деды и прадеды твои царям службу несли. Должен и ты супротив красных постоять. Доведется ли свидеться на этом свете? Свидимся. Сынок, час добрый. Ромим мы поле.
Кажись, идет кто-то. Тебе смерть рано не приближится телесе твоему. Як ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. Что, старая? Должно угар у нас. Голова что-то прибаливает. А ты бы раз сольцу из-под огурцов. Я слазью в погреб достану. Спи уж. И так пройдет. Манка, такую ранее сеть. Кожу на сапоги чеботарю отдать. Мы с тобой перебьемся и так. А Петро приди, что будет носить? Надо тебе полушубок шить. Скорее, че вертался бы, родимый. Вот и шо попах надобно. Сам сошью. Здрасте, Гаврила Васильевич. Когда ты, Нюрка, успела вымахать такой здоровой? Давно ли в пятишки с моим Петром на песке у Дона игрались, а теперь ишь ты. Да что нам сделается, Гаврила Васильевич? Что ж замуж-то не выходишь? Женихов нету. А вот погодь. Вертается Петро. У Сергии в боях заслужил рядницкие погоны, чем тебе не жених, а? Ну что ж, ежели понравлюсь, засылайте сватов. Когда только это будет? Слыхал насчет земли. Ударит, скоро еще делить начнут. А в каменке уже делить. А ну, Пашку, дурачок, катись от целя. Иван, скачи в район. Ударит опять. Кулацкая банда недалече объявилась.
На хутор Грушинской прет. Давай. Слушай, товарищ председатель. Опять зашевелились. Поспешай! Они вокруг ходят. Тьфу ты, куга зеленая! Лякось, дед Гаврил с иконостасом. Нашел чем похваляться. Сынок его Петро и поныне в бегах. Супротив советской власти вражину воюет. Погоди, дед. Сыми висюльки. Теперь не полагается. А ты мне их вешал, что сымать-то велишь. Ну, кто вешал, давно небось в земле червей продовольствия. И пущай, верой и правдой заслужил. Не продам, как ты, казачью честь. Не сыму, раз и смертой сдерешь. Сказанул тоже. Тебя же жалеючи советую. По мне хоть с песнями, да и собаки. Собаки-то тебе штаны облатают. Не признаю самого. Сама ты перехватила! При этой власти не выйдешь, как же! Кожи отдал? А то нет, себе оставил. Сундук положь. Мундир табаком пересыпь, чтоб моль не посекла. Чего это? Не бабе это разговор. Ну, погоди! Вот перевернется власть. Господь с тобой. Накличешь беду? Ну, пущай, хуже не будет. В прежние времена казаки стариков завсегда уважали. А теперь у них на усах еще молоко не обсохло уже. Народом командуют. На честь казачью плюют. Не зря наш Петро против Янких коммунистов воюет. Сдурела распроклятая! Кто ж такие щи прямо с пылу подает? Поменьше на людей злился, но и не опекся. Анхвису утром у колодца встретила. Гутарила над Исью ночью, Митька ихний прибег. Обросший гутарил до ужасти, с лица почернел. Ведь какой красавец был. Ну, вроде Петюши нашего. Почернеешь при жизни такой. А может, и наш сынок где-то рядом мается. На родимый бас пройти не смеете. Кабы рядом был, слово бы дошел. А его война, видать, далеч занесла. Вот, сработал попах Петру. Пущай висеть, ожидается. Пойду-ка сено скотине наметаю. Как, батя?
холодно на базу. Слыхали, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Но он ведь с вашим Петром в одном полку служил. Господи. Они за нас ряжут. Брат уехал. Сказал, к завтраму вернется. Готовил встречу дорогому гостю. Придете. Придет.
Наверное, к завтра ему придет. Прохор идет. Здорово живешь, Гаврил Васильевич. Слава Богу, служивый. Раздевайся, проходи. Походка пришла. Снегу надуло, не пройдешь. Да, снега нынче рано упали. В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила. Постарел ты, парень, у чужих краях. Молодеть-то не еще было, Гаврил Васильевич. Петра нашего. Замолчи-ка, баба. Дай человеку опомниться с морозу. И что успеешь узнать? Ну, как, Прохор Игнатович, протекала ваша жизнь? Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом. И то, слава Богу. Так, плохо у турка жилось, значится. Концы с концами на силу связывали. Однако ж и ты, Гаврил Васильевич, дюже постарел. Седина вон, как обрызгала тебе голову. Ну, как вы тут... Живете при советской власти. Сына вот жду. Стариков нас докармливать. Говори, где Петро? А вы разве не слыхали? По-разному слыхали. В январе, кажись. Ну да, в январе. Стояли мы сотни возле новороссийского города. Город такой есть, у моря. Ну, обнаковенно стояли. Убить, что ли? Стояли, а красные горам пробивались. К зеленым на соединение. Назначает его... Петра вашего, командир сотни в разъезд. Командир у нас был под Ясаул Сенин. Вот тут и случись. Девай! Ну, кончай! Срубили! Срубили Петра насмерть! Остановились они возле леса, коням передышку давали. Он подпругу на седле ослабил. А ежели я этому не верю? Как хотите, Гаврила Васильевич, а я истинно, я правду говорю, полную правду, сам своими глазами видал! А ежели я не хочу этому верить, одного сына убить, кормиться Петьку моего! Брешешь! Слышишь ты, брешешь! Не верю!
Петро, сыночек. Семена оставил? Оставил. А на прокорм семье? Как-нибудь до лета протянем. Конечно, трудновато. У меня пятеро по лавкам сидят. И все есть просят. Держи расписку. И прими, Яков, за свою революционную сознательность. Нашу общую благодарность. Привез-таки. Да чего уж. Грабьте, коли положено. Против силы не попрешь. Советская власть никого не грабит. Мы изымаем излишки, сколько положено по закону. Ты вот лучше побутарь с товарищем из Питера. Он тебе, Митрофан, порасскажет, как народ в городах с голодухи пухнет. Видишь, сам он кожу да кости. А этим рабочим, порушенные войной, завода поднимать надобно. Сколько привез? 7 мешков. А остальное? Все как есть. Последний хлебушек по закромам сгреб. Самому бы до урожая с голоду не сдохнуть. Брешешь, контра! Всю жизнь батратскую кровь сосал. На тяжелом поте наживался. А теперь голодьбой прикидывается. Я есть контра. А кто по чужим сакрамам шарит? Энтон! При законе? Гляди, председатель, не промахнись. Давай расписку, что хлеб привез и все тут. Нами взято более 600 пленных, 3 орудия, 4 пулемета. К морю вышли. Скоро еще и к земле можно. Это еще погоди. Агитпункт Новочеркасска организовал 2 грандиозных концерта митинга. Выступили артисты вечернего художественного эстетического. Это кто ж такие? Комиссар! Что в цирке представляет? Нет, это дело умственное. Загнул. Чего загнул? Много привезли. Где там? На кулацкой агитации поддались. В ямы зерно понабухли. На яд. Неспроста кулаки осмелели. На банду надеются. Вчера еще 2 из станицы сбежали. Ну что, комиссар, давай своих продотрядников. Пойдем по дворам нашинскую агитацию проводить. Никитин! Андреич, пошли. Василий!
Здравствуй. Ну, признавайся, дед, хлеб есть? А ты думал, как духом святым кормимся? Ну, ты не изви. Говори толком, где хлеб? В анбаре, само собой. Ну, веди, веди, веди. Погодь! А дозволь узнать, какое вы имеете касательство к моему хлебу. Ходил бы на сходы в исполком, знал бы. Излишки забираем в пользу государства. Продразвёрстка, слыхал, отец? А ежели я не дам, а? Ну, не дашь, сами возьмем. Оставим на прокорм, на семена, остальное заберем. Коль десятин сеять думаешь? Чертову лысину засею! Берите, проклятые, грабьте, все ваше! Что-то сатанел, что ли? Остепенись, дед Гаврила! Давитесь чужим добром, лопайте подлюки! Ты, отец, не прыгай. Криком не поможешь. Чего ты визжишь? Аль тебе на хвост наступили? А? Языком не трепи! Коль он тебя длинный к зубам привяжи! С агитацию! Сегодня ж свези на сыппункт. Где бродотрядники? Где бродотрядники? Вес есть, отец? Вес есть, спрашиваю. Ты что, оглох, что ли? А с ними-то, небось, гутарил? Неси мешок. А ну, быстрей кормить! Чего смотришь? Сверху сбрасывай! Давай, давай, еще тащи, еще! Подводы, Кустина, подводы! Коней! Коней подводи! Ой, мать, это продотрядники у хозяев последние загребают. А мы не грабим. Мы за вас свою жизнь укладем. Понятно? Рубим колю, я! Рубим колю, я! Я его саблей, а он
помрет сердешный. Третий день без памяти. Не каркай. А ну-ка, мать, приготовь молока. Так он же не пьет. Заходи, заходи. Хлеб прятать. Бандами. Не уйдешь, подлюка. Слева заходи. За мной! Руби, гада! Бей! Подпругу подтяни, сыночек! Отец! Достану! Не уйдешь. Не уйдешь, подлюка. Пить хочу. Ну что ж ты, старый?
Поди сядь к нему, а я печь затоплю. Не застудить бы парня. Гаврилок, вам новый председатель. Здравствуйте. Береги, товарищ, отец. Поберегем. Мы светлый путь куем народу, мы счастье родине куем. И за желанную свободу мы все боролись и умрем, умрем, умрем. Мы кузнецы отчизны милой, мы только лучшего хотим. И ведь не даром мы тратим силы, не даром молотом стучим, стучим, стучим. И после каждого удара редеем глаз, слабеем гнёт. И по всему земному шару народ измученный встает, встает, встает. Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастья ключи. Взымайся выше на чашки молот, стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи. Мы светлый путь куем народу, мы счастье родине куем. И за желанную свободу. Это ты? Старик. Я. Здорово меня обработали. Не приведи Христос. А хлопцы? Энти? Энти того. Закопали их на плацу. Как звать тебя будем? Николай. А у нас сын был Петро. Ты случайно под Новороссийским городом не сражался? Не довелось. А что? Да нет, так спросил.
раз красавица. Вы уж вы скажете. Как ваш солдатик? Скоро ли поправится? Слава Богу! Кажись, обошла его смертушка стороной. Ты чё? А вот маманя вам яичек прислала. Можно я ей в горницу отнесу? За заботу благодарствуем, только нам это без нужды. Своих харчишек, слава Богу, вдоволь. Ой, да я не в обиду вам. Я просто поглядеть хотела. А глядеть нечего, не картина. Больно скоро ты, девка, своих станичных парней забывать стала. Прощайте, дедушка Гаврила. С Богом, проваливай. Петюша! Чу, проклятый! Принеси молока. Семья-то у тебя есть? Не сень пороху. Родители, должно, померли. Отец-то еще с Японской не вернулся. А мать таскается где-то. С подрядчиком каким-то. А, сучка-то, а? И тебе жалкенького, стало быть, кинула. А че кинул? Я при заводе вырос. Спишь, старая? А что тебе? Скоро на ноги подымется наш. Ты завтра из сундука Петрова шаровары достань. Приготовь всю амуницию, ему ведь одеть нечего. Сама знаю. Я эти шо надо из достала. Ишь ты проворная. Ну, а то тебе шом что, ви? Парни ходить. А попах? Попах, небось, забыла, старая гусыня. Отвяжись. Мимо 40 разов прошел и не споткнулся. Вон на гвоздю. Другой день висеть. Сегодня встану, отец. Третий месяц лежишь. Пора уже, Петя.
извиняй нас, старых. Будем тебе Петром, как сынку нашего, кликать. Хлеб, ты отвез тогда? Отвез. Ну и хорошо сделал отец. От кем же ты родом, сынок? С Урала. С мужицкого сословия? Заводской. Это как же? Ремесло какое имел, на вроде чеботарь или бондарь? На заводе работал, на чугунолитейном. С Измальства там. А хлеб забирать, это как же пристроился? С армией послали. Ты что же у них за командира был? Был. Значит, ты этот, партийный. Коммунист. Забирать-то все умеют. Казаки на войну уходили, коней забрали. Посля была у меня кобыла, лохмоногая, ушастая. Красноармейцы в обмен за овес оставили. Думал, выхожу. Так махновцы лихоман их возьми, за один огляд ее купили. А мне пару обмоток английских сунули в награду. Конца к краю грабежу энтому не видим. Обожди, отец. Покончим с бандами. Порядок повсеместно образуем. Дай-то Бог. Образуем. Васильевич. Ну как Николка? Да ничего, справный будет. А, ну смотри, не подведи. Ну-ка, Мишутка, дуй за Кузьмичом.
живешь, Гаврил Васильевич? Слава Богу. Откель, торопишься? Да он сапоги новые исправил. Ну что ж, с обновой. Спасибо. Да ведь разве я себе, мне бы свои доносить? О ком же так печешься, Гаврил Васильевич? Неужто на старости лет коммунячью гадюку на груди своей пригрел? Ты Николку не трожь! А может, он твоего Петра за раз и порешил, а? Не рано ли? Сына из памяти гонишь. Молчи, подлюка! Не твоего ума дело, молокосос! Один Христос мне судья! Ну, а ежели не приведи Бог, какой переворот? Игра идет, шип прошиб. Промахнешься, тебя ушибут! Ты что это возле нашего куреня под олом землю обметаешь? Да вот газета к вашему Николе принесла, в комсомольской ячейке дали. Да книжек почитать. Ишь, проворная, книжками решила парня приманить. Вы ж скажете, Гаврила Васильевич, скучно ведь одному в четырех стенах. Почему же одному, а мы уже не в счет, что ли? Дружкам пишу. Может, теперь кто и вернулся на Урал. Вертаться хочешь? Не знаю. А ты оставайся при нас, коли нет у тебя родни. За это время сколько горя с тобой натерпелись, должно от этого полюбиться-то нам. Оставайся. Хоть и чужая у тебе кровь, а душой за тебе болеем, как за родного. Оставайся, а? Будем с тобой возле земли кормиться. Она у нас на Дону плодовитая, щедрая. Я свою отжил. Правь хозяйством-то перед ты. А по мне лишь бы уважал нашу старость, да перед смертью куски не отказал. Бросай нас, стариков, Петро. Я, отец, останусь у вас с радостью. Только работник ты из меня. Сам видишь, плоховатый. Рука-то моя кормилица. Не срастается, стерва. Однако работать буду, сколь сил хватит. Поживу пока, а там видно будет. А то, может, и на вовсе останешься. Ладно у тебя получается, сынок. Зараз рабочую сноровку видать. Да где там? Кабы правая рука была. А так, баловство не работа.
Обвыкнется, Петя. Мне ничего не надо. Все тебе оставлю, хозяйствуй. Будем, мол, землю в местях обрабатывать. А? Нет. Ты сперва наживи 4 пары быков, а после со мной равняйся. А то кроме вшей в портках и худобы нету. Это точно. Он хочет уравнять у всех. Заводы, фабрики поразрушили, чтоб мы тут подыхали в темноте. Но только товарищ Ленин сказал, не быть этому. И план составил, как всю страну в скорости к полному свету вывести. И мы не позволим, чтоб бедноте наступали на горло. А у нас богатеи гутарят. А мы им скажем, нет, господа богатеи, прошло ваше время, отцвели. Здорово говорить, товарищ Николай. Так товарищ Ленин учит. В союзе с рабочими намахивать всех кулаков и врагов. В одиночку мы, ну, как пальцы в растопырку. А сожми нас, сила получится. Вот и покажи кулаку свой кулак. Какая бы власть ни была, а без хозяев никак. Это точно. Хлеб всему началу. Конечно, в обиду трудящегося человека не даст. За это мы и в революцию шли, и сами ее советскую власть устанавливали. Только надо теперь самим мозгами-то покрутить. Плануть их как следует надо. Как раньше жили, так и жить будем. Этот рабочий. Сообща хозяйствовать. Вот именно. Заместо того, чтобы хныкать, так власти, ну под подол, как дитё к матери забираться. Пора самим по свету ходить. Что? Чёртовой матери! Вот именно, без помощи! Мы у советской власти не пасынки! Мы сами хозяева! Стоп себе! А ну веселей, по-рабочему! Делись! Ох вы! Эй! Застряли, кавалерия! И меня старого загнал, и быков. Ишь, какой клин за день отмахать. Мне б за неделю одному не управиться. В местях-то, но веселее, а? Степь у нас добрая. Иди, сынок, вечерить будем.
Спать скоро стелянешь, аль опять в станицу пойдешь. Да пойду. И так намаялся, отдохнул бы лучше. Надо, отец. Обещал комсомольцам. Быстро ты у них, Петя, своим стал. Оно, конечно, к лучшему. А ежели власти впрямь перевернется, али другой какой перекрут, тогда как? Ты про что это, отец? Думку при себе ношу. Не прогадаешь с этими коммунистами в местях, сынок, а? Не прогадаю. Советская власть, отец, она для трудового человека своя. Я сам в партию пошел, чтобы новую жизнь строить. Да уж. Построили. Казаков вместе с мужиками сравняй. И землю всем одинаково. И права. И про честь казацкую, так она вовсе забыли. Чем же, к примеру, так обидели казаков? А тем. Я всю жизнь работал, потом обливался. А меня-то перечи сравнивают с теми, какой пальцем мне ворохнул, чтобы выйти из нужды, с голодьбой всякой. Вот мы зараз с тобой пашем, хребтину гнем, а завтра придут и опять под гребло. Ну, лишнее будут, так возьмут. Во-во-во. А по-твоему, как выходит? Как я есть та самая голодьба, то мне всю жизнь так мыкаться. Нет, отец, не согласна я с этим. Да разве же я? А продразверстка, я тебе так скажу. Это дело временное, вынужденное. Народную власть, ее отстоять надо. А вот и невеста тебе. Как на поправку пошел, все время кругом нашего базу вертится. Да она просто так ходит. Книжки он носит. Да разве ж я против? Ежели по сердцу пришлась, так могем и сватов заслать. Мы уже со старухой гутарили промеж себе. Хоть она из бедной семьи, но девка ладная, работящая. Да какой с меня жених? Вот нашли заботу. Гаврил Васильевич! Ну чего тебе? Вот письмо принесла. Какой день на почте валялась. Здрасте, Петр Гаврилович. А я и не знала, что вы здесь. Здравствуй, Нюра. Здрасте. Слыхала, что вас в школу на собранье ждут. Угу. Сейчас иду. А ты что ж не ходишь на политщипки? Так я ж не состою. Ну ничего, приходи, послушаешь. Вы там все про серьезное гутарите. Ну, может, мы про веселое. Ну да. Опять где-то задержался. Дело молодое, пущай гуляете. Да кабы гулял. А то опять, небось, в совете энтом. Цыцки! Переходим к приему в комсомол. Давай. Поступило заявление от всем известного вам Федора Бойцова, Митрофанова Батрака. Желаю вступить, как я, рабочий, чтоб очень
навостриться и завлечь у всех рабочих батраков комсомол, так как комсомол батракам за место кровной родни. Оно так, Федор Бойцов, да уж больно крутил. Кто выскажется за и против? Да что там говори? Парень из Бутраков, сын бедного мужика, а теперь политически разбирается. Может соответствовать. Да что там еще, принять его? Что за? Кто против? Нет таких, что вы. Продрал единогласно. Собрание считаю закрытым. Вопрос дюжи интересный. Ну, потерпим до завтра. Ну, до свидания, ребят. До свидания. Бывай здоров. До свидания. Ну, до завтра. Ну, чудные ребята, комсомольцы. Думают, если в партии, так я на все ответить могу. Закидали вопросами, аж вспотел весь. А я ведь сам еще по книжкам не шибко разбираюсь. Случилось что? Письмо и тебе, сынок. Какое письмо? А да ишь, что Нюрка у Поли принесла. Мне! Откель же оно пришло. С Урала. От дружков, значит. Ага. С заводов. Чё, чё ж пишут? Собираются завод пускать. Домой зовут. Как же? Стал быть, поедешь? Ты чё? Где Петро? Там. Цигарку изо рта не пускайте. Аж пожелтел табачишь. С лица весь сошел. Да пропади пропадом этот завод! Я б ее с землей сравнял, чтоб росла на нем крапива, да лопушился бурьян. Не могу оставаться, отец. Поеду. Тянет, душу мутит. Аль плохо живется. Не то, отец. Ведь завод-то свой. Как шел Колчак, мы ж ее защищали. Полторы недели защищали. Девятерых повесили колчаковцы. Теперь от рабочие, какие с армии приходят, снова поднимают завод на ноги. Смертно голодают сами и семьи ихни, а работают. Как же я могу жить тут? А совесть? Чем пособить-то? Рукой-то не прав. Надо и сборону налаживал, и то умаялся. Чудно рассуждаешь, отец. Там ведь каждый рукой дорожат. А я коммунист, своих товарищей в трудном деле оставлю. Не держу. Поезжай. Старуху обмани.
скажи, что возвернешься. Поживу, мол, и вернусь. А то затоскуете, пропадете. Один ведь ты у нас был. А может, ты в самом деле возвернешься, а? Неужели не пожалеешь нашу старость? М? На быках, конечно, не того. Вот конь у меня был, рыжий, с прозвездью. И что я в парнях ходил? Зайцев на нем топтал, а? Выйду оседламшим степь, подыму зайца в бурьянах и сто сажен не отпущу, стопчу конем. Как зараз помню. Да ты не слухаешь. Слушаю, как же. В этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенько. Тут мы с тобой простимся. Отсель до окружной станции сверсту. Полегоньку дойдешь. Угу. Ну, прощай, родимый. Солнышко ясное, смертница у нас без тебя. Подорожники не забыл? Старуха тебя пекла, подорожники. Ну, прощай. Прощай, сынушка. Ворочайся.